Здравствуй. Пока. Пока. До свидания. Нужно подождать, пока ваза не закончит обжигаться. О, так я там уже что-то обжигал. Ну, короче, если 12 ваз обожжу, в итоге тоже получим приз. Здравствуй, Нэнси. Кажется, у нас проблема. Насколько серьезная? Похоже, актеры периодически заменяют экспонаты на подделки. Ты в этом уверена? Я нашла улики, доказывающие, что некоторые из скульптур, ваз и даже драгоценностей не настоящие. Это очень плохо. Вы думаете, актеры воруют оригиналы? Да. Ты готова стать экспертом? Так же, как и всегда. Ты должна проверить обе вазы, а также драгоценности. Зайди в компьютер. В нем есть специальная программа установления подлинности. Пароль – Калиопа. Хорошо, я справлюсь с этим. Не попадись. Если выставлены в музее вазы подделки, то у нас очень-очень большие проблемы. То же самое с драгоценностями. Я сделаю все, что смогу. Спасибо. Если что-то пойдет не так, я свяжусь с полицией. Приступай как можно скорее. До свидания. До свидания. А что, сообщить друзьям? Здравствуй. Пока. Пока. Короче, нефиги сообщать. Тут мы уже все послушали. Калиопа. Понятно. Спектроскоп у нас есть. Давайте задание. Проверь изумрудные серьги и золотое ожерелье. Ну что ж, пойдем. Так, где тут витрина у нас? А, вот. Смотрим спектроскоп. Изумруды выглядят не так. Это подделка. Вот так.
Мне нужно как-то проверить подлинность этого ожерелья. Ну как? Надо взять черепок. Вернуться. Это подделка. Здравствуй. Выставленные в музее серьги и ожерелья не настоящие. У меня есть доказательства. Это уже не важно. О чем вы говорите? Конечно же, важно. Ты была не права. Ты все сделала не так. Я не должна была тебя ни о чем просить. Я так и знала, что ты только все испортишь. Как портишь всегда и все. Что с вами? Просто согласись, что ты не права. И замолчи. Мелина! Пожалуйста. Что за фигня? ПНС, что ли? Нэнси? Да? Ты уволена. Что? Ты уволена. Сейчас же собирайся и уезжай оттуда. Но почему? Потому что я так сказала. Но я не сделала ничего плохого. Убирайся. Убирайся и отправляйся домой. Сейчас же. Вы хотите, чтобы я сбежала? Если ты достаточно умна, чтобы понять это. Не будь настолько глупой, чтобы остаться. Еще раз. Не поняла. Здравствуй, Нэнси. Мне кажется, что вас кто-то напугал. Не только меня. Что вы имеете в виду? Танос пугает меня. Неужели у тебя он не вызывает таких же чувств? Мне пора идти. А тебе пора уехать. Что друзья скажут? Здравствуй. До встречи. До встречи. Пока. Здравствуй. Ты изготавливаешь подделки, не так ли? Это серьезное обвинение. А это не отрицание. Зачем ты это делаешь? Для себя, ясно? Чтобы их продать? Нет, потому что я так хочу. Потому что я могла бы стать великой. Что ты имеешь в виду? Я всегда любила имитации. Всегда. Но я была робкой и боялась даже своего голоса. Это не оправдание. Ты спросила? Вот и слушай. На выставке МЭД было 3 картины, написанные мной. И ни на одной из них не было моего имени. Почему? Потому что моей подруге нужна была помощь, и я помогла. Я изучила ее стиль, сымитировала его, подписала работу ее именем и отослала на выставку. Я сказала, что это подарок, но все было не так. Я слишком боялась выставлять картины сама. Я сделала все для нее, а она ничего мне не оставила.
поэтому твоя карьера рухнула. Зачем играть честно, если это наказуемо? Значит, теперь ты воруешь? Нет, я никогда не продам эти работы. Я знаю, кто я есть. Не нечто новое. Обычный имитатор. Это выходит у меня лучше всего. Мир оставил меня умирать. Так позволь мне показать мастерам, на что я способна. Но я должна об этом рассказать. Дай мне сделать это самой. Не могу. Тогда расскажи только самым близким друзьям. Почему? И никому больше. Эта ультрафиолетовая лампа может мне пригодиться. Похоже, мне понадобится отвертка. Да? Мелина чем-то расстроена. Вы говорили с ней? Да. Что вы ей сказали? Ее настроение заразительно. Лучше держитесь от нее на безопасном расстоянии. Вы ее напугали? Да. До свидания. Что же вы все-таки сказали? Что вы сказали Мелине? То, что она больше всего боялась услышать. Что именно? Не будет ли забавно, если драгоценности, которые она разыскивает, вдруг отыщутся в ее кармане? Она бы никогда так не поступила. Я знаю. Я бы поступил. Я звоню в полицию. Отлично, у меня много друзей в этой организации. До встречи. Уходи. А это все уже читал. Тут новое есть? Есть. Так, что-то новое. Хочешь мне помочь? Конечно. Я хотела попросить Таноса помочь мне настроить освещение, но он слишком занят. Слишком занят? Я не знаю, чем он занимается, и вполне этому рада. Значит, тебе нужна моя помощь? Вот инструкция. Будет сделано. Пульт освещения за сценой. Ты моя спасительница. У нас проблема. Я позвонила Мелине и рассказала о том, что нашла подделку среди экспонатов. Ты что? Не волнуйся, я уверена, что она все поймет. Нет, не поймет. Нет, мне нужен ее номер. Мне нужен номер ее телефона. Ты должна мне его дать.
О, успокойся. Нет, нет, ты не понимаешь. Это все, что у меня есть. Эта работа – мое все. Если я потеряю ее, я труп. Понимаешь? Труп. Ты слишком остро реагируешь. Нет, я просто реагирую. Я реагирую на новость о том, что Мелина только что поставила жирный черный крест на моей карьере. Тебе это может показаться мелочью, но ты не знаешь, как тяжело было получить эту работу. По-моему, тебе нужно успокоиться. Просто, пожалуйста, пожалуйста, дай мне ее номер. Дай его мне. Дай мне его. Дай все исправить. Дай его мне. Сначала я сама поговорю с Мелиной. Просто попроси ее перезвонить мне. У нее есть мой номер. Скажи, что я хочу все объяснить. Хорошо, но мне кажется, что ты делаешь из мухи слона. Просто сделай это. Сделай или признай, что ты сломала мою жизнь. Успокойся, успокойся. Прости меня. Пожалуйста. Прости, ну пожалуйста, ладно? Пожалуйста, пожалуйста. Я сделаю все, что смогу. Мне нужно настроить освещение. Так, нужны сценарии. Нужны сценарии. Так. А. Синий вот такой. Один, голубой такой три, белый вот такой четыре. Значит, А. Синий. Алло. Синий. Один. Есть. Голубой. Вот это. Но. Голубой. Три. И белый. Четыре. Сохранить. Есть. Так, второе. Б. Это В. Хорошо, Б. Вот. Красный. Такой красный 5, такой фиолетовый 3. Ой, блин. Такой красный 5, красный 5, фиолетовый 3. Сохранить. Есть. Третий. В. Сценарий. Назад. В. С.
синий. Два. Белый. Пять. Фиолетовый один. Но это не фиолетовый, это сиреневый. Ладно. И белый один. Сохранить. Не соответствует. Так, еще раз. В. Синий 2. Есть. Этот белый 5. Ну, есть. Фиолетовый 1. Один, вот он. Ну и белый один. Так, какого черта? Ладно. Так, Г. Вот он. Голубой. Голубой 2. Зеленый 3. Белый 1. Один. Дальше. Белый такой 1 и зеленый навстречу 2. Такой белый 1 и зеленый 2. Это же сохранить. Есть. Давай. Пятое. Д. Д. Красный. 4. Дальше. Оранжевый. 2. Красный 1 такой. Есть. Желтый 3. И оранжевый навстречу 3. Это Д. Почему не соответствует? Так, что у нас тут не так?
Последняя смена освещения. Вот свет даст. Это что, должно быть Д? Хорошо. Д. Оранжевый два. Красный один. Желтый три. Оранжевый три. Вот так. О, сохранены. Да, четвертая третья, вторая, первая. Реплика после появления декорации Стикса. Так, первая реплика. А, тут А, Б, В, Д. Короче, осталось это Д. Вот здесь сохранить. Так, красный 4. Оранжевый 2. Так и есть. Красный 1. Есть. Желтый 3. О. А. Ну вот, желтый 3. И оранжевый 3. Ну так сохрани. Да почему? Ничего не понимаю. Почему оно не соответствует? Так, еще раз. Первое сохранено, второе сохранено, тут сохранено, тут сохранено. А, Б, В, О. Все готово. Все готово. Так, стоять. Третье В. Все готово. Все готово. Все готово. Все готово. Ничего не понимаю.
что тут надо? 4 красных, 1 оранжевая. Так, ты.